Ну что, китаец не дает тебе расслабиться. Нашлась маленькая проблемка. Сломалась лапка. Выгнул, что лопнул. Крепеж. Проварить надо. Здесь. И надо сделать кикстартер. Что-то я зимой заводил, сорвал что-то механизм какой-то. Надо посмотреть. У меня в запасе есть. Присесть дома. Сегодня будем у вас снимать лапку и лапку кикстартера. Вот полностью. Для того, чтобы снять крышку на 10 головка, на 8, а там головка на 17, вратов и шкивы откручиваешь. Вот. Ну а тут лапку тут болт скрутить. Вот, ну, красиво. Смотрите. Поговорить. То есть половинки, бляха, нету, хреново. Вообще печаль. Но хотелось бы, чтобы она была. Где найти, не знаю. Решил, короче, я, бля, залезть сюда. Ну как, хотел лапку открутить боковую, но пришлось залезть сюда. Трансмиссию что-то проскальзывает. Кик. Ну и обнаружил вот такую вещь. Качество металла. Шлезала, грубо говоря, шлицы. Зашибись. Потом здесь потянуло металл. Шлицевой. Ну что, решил, как обычно, снять подножку. А пошло все к херам разбираться. Короче... Продаю частично свой пластик. Покупатель нашелся. Вот, снимаю. Ну и тут получается. Какая беда у меня кикстартером. Перестал работать кикстартер. Беда такова, что здесь, пожалуйста, слизана резьба. Это качество металла такое. Дернул раз 30. Потом повело лапку. Моторы ничего не делал, все равно стоит. Ни объем не менял, ничего. Это такой качество металла. Здесь все в идеале, все хорошо. Втулки все целые, втулочки, ничего не разбито, ничего не лопнуто. Вот. Вот такая беда. Это мотор прошел 1200. Китайцы, где будет ваше качество? Когда оно появится? Дайте, пожалуйста, знать. Вот так. Ну и буду лапку менять. Варить будем. Или посмотрю, может, новую куплю. Посмотрим. Вот, разобрал. Все полностью. Трансмиссию сейчас будем частично собирать, что-то вставлять. Ну и вопрос хочу задать вам, телезрители, кто знающие, для чего вот это отверстие. Ну, сверху понятно. Держит, получается... Это держит цилиндр, грубо говоря. Ой, держит направляющие цепи. А вот это вот маленькое залито какой-то хренью, не знаю, смолой или чем он еще осталось. И все. Ничего не течет, все сухо. Для чего это? Фиг его знает. Посмотрим. Продолжение следует. Все, нашел проблему замены этого вала самого. И будем мы собирать. Завтра еду домой, установлю приблизительно все валы, крышечку наживлю, ну, чтобы не лежала развалившаяся. Ну, как-то так. Ну, а я собираю все остальное, приеду, смажу, аккуратненько соберу, и будет все шикарно работать. Должно быть идеально чисто там. Вот так. А мы будем продолжать снимать боковую лапку. Ну что, снял боковую лапку, все хорошо, пружина целая. Вот, короче, сломалась вот такая вот хрень. Тут выработка, что оригинальная. Ну, хер, 45 тысяч прошел мопедик. Вот так. Может, кого есть, я бы приобрел бы, неплохо бы. Вот, короче, снял я лапку боковую. Центральную у меня нету. И такая вот хрень показалась. То ее менять надо. Мало что повело, уже счесало. Китайский металл не держит. Если не дойду, то буду... Это устанавливать. Как-то так. Если кому есть, дайте знать, приобрету.
родная еще, 2006 года. Ну так, сбираем немножко пластик. Новый буду ставить, у меня все новое есть. Именно в цвет боковинки. Вот только задней боковинки нету. Сейчас вторую часть буду снимать. Нашелся покупатель на пластик. Заберут за максимальную цену, которую я хочу. Вот, а не которые, что люди дают мне за копейки. Вот, ну а я продолжаю ковырять свои ковыряния. Покажем, что еще мне сломалось, когда ехал. Это с ума сойти просто.